И вот сейчас мы будем говорить еще на одну тему, которой Артем, ну, прямо очень много своих сил посвятил. Прямо вот я так чувствую, что, як то кажуть, українською переймався дуже судьбою мужчиля. Лісника, да. Лісника, он же Олег Мужчин. И наконец-то, там ипостасей много. Да, и наконец-то я хочу эту историю убитого СБУшниками, как я понимаю, если не ошибаюсь, разведчика украинского Олега Мужчина. Да, украинского разведчика. Парадокс. Украинского разведчика убила украинская служба безопасности. И что еще интересно, у меня особое отношение к службе безопасности Украины, потому что я до сих пор считаю, что весной 2014 года СБУшники сыграли кардинальную роль в предательстве Украины. И никто из них не был наказан. Ну вот просто ни один. Те, которые публично перешли на сторону России, те, которые публично перешли на сторону ДНР, ну их могли заочно осудить хотя бы. Лично я бы пальму первенства какой-то одной службе как предателям бы не дал бы. Я знаю, лично в СБУ есть. Это не из руководящего состава, там не топовые, скажем так. Ну, там патриоты есть, как и в любой, да, конечно, службе. Есть. И я бы не сказал, что их там, допустим, меньше, чем в МВД. Тем более, за 7 лет уничтоженным просто Аваковым. Вот. Поэтому я бы не сказал бы так. Ну, может быть, сейчас уже их и не так уж и мало, там, патриотов. Но то, что в начале 2014 года... Ну, текучка там, текучка страшнейшая. Из-за того, что постоянно меняется власть. Если Аваков был долго у власти, имел возможность выстроить вертикаль под себя, и более того, как я уже не раз говорил, что это одно из дееспособных институций в государстве вообще было, ну, в пользу Авакова, правда, а не народа, но оно было, и во многом этим объясняется тем, что он так у власти долго находился, то в СБУ, как мы знаем, за последние 8 лет, сколько на моей памяти, ну, в среднем где-то, я сейчас не буду, наверное, полностью их перечислять, но начиная с Наливайченко, их, по-моему, около 5 сменилось за это время. Текучка страшная. Вот. Со всеми вытекающими. Вот поговорим сегодня о том... Вначале начнем с того, как погиб Олег Мужчин, а потом о самом этом персоне этой. Я вот такой предлагаю порядок. Как он погиб? Расскажи, пожалуйста, Олег Мужчин. Ну, это было в декабре 15? Это было 9 декабря. Это было в ночь даже, скажем, ну, поздно вечером 9 декабря, как бы, ну, скажем так, даже в ночь с 9 на 10. То есть еще 9, ну, уже это уже позднее время суток было. Вот, то есть я как бы даже не знаю, с чего начать. Но я напомню, наверное, как это происходило с точки зрения медийной, наверное. То есть утром 10 декабря, то есть через фактически несколько часов после ликвидации, я это так назову, Олега Мужчина с позывным «Лесник», ну и позывным тоже вернемся, там не все так однозначно. И вот уже на утро с подачи пресс-службы именно СБУ, то есть пресс-служба СБУ с пафосом в большой спешки торопились, объявили о ликвидации российской ДРГ. Я дословно цитирую, российской ДРГ в столице Украины. Вот, события происходили на улице Лаёша Гавро, в доме 1А, по-моему. Я, кстати, был там после убийства. Вот, отчитались о ликвидации российской ДРГ, а уже к вечеру этого дня я на тот момент, ну, едва ли не первый, наверное, выступил против мейнстримовой точки зрения правоохранителя и написал у себя в Фейсбуке о том, что на самом деле это был убит украинский патриот. Вот, единственное тогда, что я не указал, у меня на тот момент не было еще данных его имени, фамилии настоящего. Я написал позывной «Лесник». Его и написал о том, что на самом деле он не являлся, а написал о том, что это был патриот, украинский разведчик, выходец из правого сектора. В этом же сообщении написал о том, что он участник одной из чеченских войн был. Вот. Единственное, да, фамилию, имя тогда его не указал, но на тот момент его никто и другой не написал. И тогда же, по-моему, через день пост написал у себя Игорь Мосийчук. Тоже, кстати, на удивление в пользу Лесника. Вот. И уже
летом 16 года у меня появились данные, фактически, кто отдавал приказы, как бы, как он был ликвидирован. И еще через полгода я написал масштабное журналистское расследование, то, о котором ты говоришь, из двух частей. Там, где я уже подключил документы, необходимые копии документов, видео эксклюзивные. И рассказал о том, кем он был на самом деле. Скажем так. В принципе, больше масштабных расследований по этому поводу не было. Было уже после моих сообщений в течение месяца, по-моему, появилось на 17-м канале, который на тот момент пророссийский был, Новосельцев Жан, ведущий, пригласил бойцов с группы Лесника. Они начали озвучивать, как оно на самом деле было. Ну, понятно, что 17-й канал не мог не заинтересоваться этой историей. Там все было честно, никаких претензий у меня лично нет. Просто понятно, что, скажем, те, которые склоняются ближе к противоположной от патриотов в стороне, естественно, они не могли не воспользоваться случаем такого вопиющего беспредела со стороны конкретно украинской власти. То есть, фактически, убили своего. Это да, это как бы было использовано, понятное дело, информация. И вот сейчас я знаю, готовится к выходу книга. Насколько мне известно, автор получил уже одобрение у издательства. В этом году, по идее, должна выйти первая книга, большая, масштабное исследование по Леснику. Расписываться я не буду насчет того, что там как. Но я знаю, что автор реально ко мне обращался за комментариями, использовал данные из моих статей для написания этой книги. И вышел еще недавно документальный фильм, по-моему, в прошлом году, «Легенда про Лесника», который можно сейчас найти в Ютубе. Ну, правда, я не знаю, не нашел вторую часть анонсируемую. Может, она вышла, может, я не нашел. Вот, вышла первая часть, но я ее посмотрел, да, она интересна с точки зрения воспоминаний некоторых участников и некоторых близких соратников Лесника, в том числе еще его по его деятельности в Донецком Трезубе задолго до войны. Ну, с другой стороны, скажу честно, там был ряд таких спикеров, не буду называть пофамильно, кому надо тут разберется, с которыми, я извиняюсь за выражение, Лесник бы на одном поле не присел бы. Те, кто там были и комментировали. Я не знаю, для чего это надо было авторам фильма, но... Тем не менее, парафинить я не буду эту работу. Скажите, а вторая часть так и не вышла. То есть, по факту, в первой части нету даже никакой фактически критиков и не называют виновных в его смерти. Mm-hmm. Нет фактически никакой критики не только по отношению к СБУ, а к тому же Порошенко, например. Так вот, расскажите, кто виновен в его смерти и была ли эта ситуация ошибкой? Или она была российской спецоперацией? Ну, потому что кому было выгодно убить его? В ходе моего журналистского расследования я выскажу свою субъективную точку зрения, но которая, опять же, основана на массе фактов и аргументов. То есть я пришел к заключению такому на сегодняшний день. Я считаю, что это была спланированная спецоперация. И была она не российская, к сожалению, наверное. То есть она по факту была в интересах России. Но была она абсолютно никакого кремлевского следа непосредственного, там нет. Все гораздо банальнее. То есть, если в двух словах объяснить, то фактически это было сделано людьми Порошенко в руководстве СБУ, тогдашнего и ГУР в том числе. Вот что самое плохое. Для того, чтобы угодить Порошенко, просверлили себе заранее звездочки на погонах. А вот и все. Лесник был подставлен. Чем он мешал Порошенко? Порошенко он ничем не мешал. Я думаю, Порошенко даже его историю до этого не знал. Порошенко повелся тупо на то, что ему предложили, то есть взорвали его магазин «Рошен» в Харькове. И, судя по всему, это была не первая попытка. То есть до этого еще был взрыв, о котором также проходило в сообщении СМИ. Понятно, что в то время без упоминаний каких-то и привязки к какому-либо Леснику в столице еще одна такая попытка аналогичная была перед этим. Ну ты громко сказал, ничего там не взорвали, там чуть-чуть пострадала витрина. Правильно, ну это смотря как преподнести. А не пострадала, да, потому что никто не планировал, чтобы пострадали какие-то мирные люди или что-то. Это даже не тот случай, как с гранатой был под верхом. Так объясни мне мотив. Они У спецслужб был конкретный мотив. То есть сами вполне. Спецслужбы испортили витрину, чтобы обернуть это в то, что мы ликвидировали банк, взрывающий... Давай немножечко попробуем, наверное, все-таки к истории обратиться. То есть, кто такой был изначально мужчина?
Олег Мущиль, он же Дорже Жамба, и второй там это его ипостась, которая касается его религиозной деятельности. То есть он был основателем монастыря в Ольгинке Донецкой области еще в 90-е годы, буддийской обители. Вот. Параллельно Мущиль был один из фактически сооснователей Трезуба как такового, то есть Трезуб имени Степана Бандеры. Вот. И в то же время он был сотником Донецкого Трезуба организации. То есть Олег Мущиль в националистическом движении состоял еще с 90-х годов, причем в Донецке, живя в Донецке, я как бы акцентирую на этом внимание. Вот, как бы уверяют многие те, кто знали Лесника близко, его очевидцы, в том числе те источники, которые я не могу даже на сегодняшний день называть, но которые были близкими соратниками Мущиля. Мущиль верил и знал точно о том, что нам предстоит война с Российской Федерацией в будущем. Он об этом говорил неоднократно еще в 90-е годы и фактически, как в том документальном фильме, основанном на воспоминаниях, те, кто его знали, они абсолютно правильно говорят, что Мущиль, в принципе, всю свою сознательную жизнь готовился к отражению этой самой войны. Вот, в том числе, до сих пор достоверно неизвестно, в какой именно принимал участие он в войне, в Первой или во Второй Чеченской, на стороне Украины. Ну, на это указывает ряд факторов. Во-первых, сами сотрудники спецслужб все подчеркивают его поразительную профессиональную подготовку, которую он явно, с моей точки зрения, не мог получить ни в Трезубе тогдашнем, ни в правом секторе, это было невозможно. Вот. Плюс опять само за себя говорит, что то есть Мущиль, по сути, погиб в бою, в неравном, подстрелить двух сотрудников Альфы, один из которых скончался, другой попал в больницу с ранением, это тоже, я считаю, нельзя. Ну и косвенно еще, вот я бы вспомнил фактор, то есть в Фейсбуке Олег Мущиль был под именем, под псевдонимом Сергея Миров, что тоже намекает на отношение к Чечне. То есть Амир — это на чеченском князь, то есть в песнях того же Тимура Муцураева Амиры упоминается, то есть это как бы вот чеченские, то есть то, что у нас воины света называют, грубо говоря, как бы у них это вот Амиром называется словом, то есть это однозначно кавказского происхождения слова, то есть вот, и с началом, с приходом так называемой русской весны на Донбасс, вот, Мущиль начал действовать уже тогда, когда многие патриоты еще только либо становились воинами, Мущиль уже действовал вовсю. Мущиль, так как он, я повторяю, готовился к этому отражению, этой агрессии, и был человеком дела, это вообще его суть, то есть он начал действовать сразу. То есть, фактически, когда многие еще только патриоты стояли перед каким-то выбором становиться воином, как это сделать, то есть Мущиль же один из самых известных его акций, которая была, это произошло, когда был расстрелян пост ГАИ. Вот, тех гаишников, которые перешли на сторону сепаратистов. Этот случай был известный. Его, в Донецке. Да, в Донецке. Уже в оккупированном. В оккупированном. Ну, фактически как-то, да, тогда было как бы вот это двоевластие. Mm-hmm. То есть это тот самый момент, когда сепары уже вояжировали вместе с донецкими ментами. Mm-hmm. Вместе. Вот это, ну, об этом много говорилось, писалось. Жители Донецка это отлично помнят. То есть это по состоянию, опять же, до того, как российские войска уже вступили в войну. То есть это еще лето 2014 года, начало лета. Вот. И этот случай тогда был достаточно громкий, много происходило, об этом писало много сепарских СМИ и все остальное. Но из чего я делаю вывод, помимо того, что об этом все мои источники говорили, и даже показывают на той записи, кто именно лесник, то есть там два в масках подбегают к машине ГАИ и начинают стрелять. Я делаю вот что, потому что на YouTube-канале «Близком к леснику» появилась в свое время запись. Вот, там было вырезки из того, что показывали сепары, но там при этом было видео с регистратором, которое ни на одном сепарском канале я не нашел, на тот момент не было, и удостоверение одного из расстрелянных сотрудников ГАИ. Кстати, Петр Алексеевич Порошенко, после этого они им были награждены посмертно.
После этого лесник, понятное дело, выезжает с территории Украины, и оказывается, то, что тоже... С неподконтрольной, да. И оказывается, что вполне закономерно и логично, как я считаю, оказывается именно в правом секторе. Не в батальоне Донбасс, не в батальоне Днепр-1, не в Айдаре, а конкретно в правом секторе. Почему? Потому что я до сегодняшнего момента утверждаю, утверждал во многих статьях, что единственный, наверное, образчик того, что называют добровольческим движением в Украине, это был только правый сектор. Ну и разве что еще батальон ОУН, так называемый, но это тема отдельного разговора. Я ее сейчас не буду касаться. Но это были единственные, можно сказать, в рафинированном виде добровольческие батальоны. Просто, ну, что-то наподобие финских щитскоров, которые Маннергейм организовывал в свое время. То есть это было добровольческое движение. Ими не руководили люди, назначенные сверху, по крайней мере, напрямую официально назначенные, как комиссары Авакова в добровольческих милицейских батальонах, или Айдар, который курировался Минобороны Украины. Вот они не одевали ментовские или избушные любые погоны, то есть это можно назвать добровольческим батальоном, правый сектор. Ну, если вообще его можно батальоном назвать, а очень неоднородное движение было, понятное дело. Вот, то есть оказывается лесник там, и возглавляет он первый разведотдел, по-моему, ДУКПС. Вот, находясь в правом секторе, на еще примерно летом 15-го года, на, естественно, соответственно, лесник не мог не контактировать с представителями украинских правоохранителей, ну и в том числе спецслужб, на него выходит ГУР. Вот. ГУР его оценивает как человека, отлично знающего все на той стороне, обладающего обширной агентурной базой. Соответственно, они заинтересованы с ним работать, предлагают ему сотрудничество. Мужчина принимает предложение. Вот. Затем точно так же принимают предложение о сотрудничестве два из группы лесника, так называемые. Это граждане Российской Федерации, но которые... Оба прошли проверку на детекторе лжи, оба прошли проверку специальную спецслужб. Это Ольга Шевелева, Хильда позывной, и Павел Пятаков, позывной Рагнар. Вот из чего я сейчас могу с уверенностью говорить о том, что это было именно так. Помимо их слов и помимо множества косвенных факторов, которые об этом говорят. То есть я публиковал в свое время в этом расследовании эксклюзивный абсолютно материал, который мне достался из источников. Это два протокола, но опубликовал я один наиболее, с моей точки зрения, важный. Протокол допроса в рамках уголовного дела по леснику. Протокол допроса куратора лесника из главного разведывательного управления. Там указывается его позывной. А мне известны его настоящие данные, ну их нельзя, это разведчик. Вот был, который рассказывает в подробностях, как это все происходило, то, о чем я сейчас рассказал. Что лесник действительно сотрудничал с ГУР. Это была фактически диверсионно-разведывательная группа ГУР. Ну и параллельно он находился в правом секторе. Единственное, что с правым сектором лесник оборвал полностью все связи. Официально уже, но до этого порывался, 31 августа 2015 года. Это вот памятный для меня роковой день, и для Украины в том числе. Это тот самый митинг перед Верховной Радой против особого статуса, когда впоследствии, последствием этого стало подрыв 4 нацгвардейцев. То есть трое там погибли сразу, и четвертый позже скончался в больнице. И до сих пор неизвестно, кто это и взорвал. Да, хотя за это сидит. Молодой человек, как его там, молодой пацан? Позывной Дубенко, по-моему, у него. Вот. Это была совместная операция СБУ вместе с МВД. Ну вот и там мог тот же Голубан взорвать этих нацгвардейцев. Условно. Мог бы, я не буду говорить о том, кто кидал конкретно гранату. Мы можем только догадываться. Кто-то может верить, что это сделал молодой человек, который сейчас в заключении. Кто-то может не верить, но в любом случае, даже если это он сделал, то его просто могли ввести в заблуждение, особо учитывая его молодой возраст и патриотические убеждения, на этом могли сыграть. Хотя я ничего, опять же, не утверждаю. То есть об этом гораздо более подробно писал журналист Владимир Бойко. То есть он утверждает, что это делалось агентом СБУ и даже называет его конкретно.
том числе он является одним из официальных свидетелей по делу. И он там приводит аудиозаписи с диктофона. Ну, то есть та тема отдельная вообще беседы. Но а то, что мне известно, что мужчина был одним из присутствующих, то есть он находился на этом митинге, то есть он смотрел, составлял себе мнение, и именно после данного митинга, фактически сразу после взрыва гранаты, он дал пост официальный в Фейсбуке, причем в виде приказа, изданного приказа о том, что... То есть они выходят из состава правого сектора, полностью самоустраняются. И он называет там того же Стимпицкого и Тарасенко, а Ярошева он еще раньше писал, мягко говоря, нелестно. Он их называет полупроводниками. Угу. И возлагает на них точно вину. И напомню... Так а в чем он их обвинял, я не поняла. В связи с событиями под Верховной Радой 31 августа 15-го. Объясню. Я там не... Мужчин не описывают конкретно детально. Ну, как я себе это вижу. Я скажу о том, что я в тот день, я не помню, говорил я в других интервью или нет, в принципе не собирался ехать на этот митинг. Мне уже тогда все было понятно. То, что власть дает и все остальное, минские договоренности. Вот, но мне позвонил тогда Михаил Болеус, и единственное, что сыграло на мое решение уже поехать туда, он сказал, что правый сектор выставляет кордоны и блокирует проезжую часть. Это правый сектор, одна из немногих еще тогда сил была, в которые я верил. И я подумал, что это действительно что-то новое. И что из этого может что-то получиться. Я собрался быстро из Бучи, доехал в Киев и попал на этот митинг. Но когда я приехал, кордоны правого сектора незадолго до этого снялись. Я, кстати, у себя на YouTube-канале опубликовывал видео с тем, как они изначально выставлялись были, а потом там буквально видно на видео, как звонят на мобильные телефоны, дают приказ фактически, они собираются организованной толпой, оттуда убывают. А потом в течение нескольких часов, в течение дня 31 августа, когда я уже сидел за решеткой, когда я уже был арестован, можно проследить позицию правого сектора руководства, в том числе Яроша, как она менялась с течением часов. В конечном итоге, то есть если еще с утра правый сектор говорил о том, что надо отстоять, это предательские соглашения, что проталкивается особый статус, то к вечеру фактически... Ярош уже отзывался об участниках митинга с той же общей точки зрения, которую власть говорила. Ну, то есть, мужчина оценивал его действия как предательство. Да, как предательство. Там есть, понимаешь, очень интересный факт. За несколько дней до ликвидации лесника, вот, это со слов, опять же, Хильды из Рагнара, и Рагнара, которому у меня нет оснований не доверять. И есть у Мущеля подобный пост, я его в своем расследовании публикую. То есть Мущелю СБУ предлагало возглавить правый сектор. Ярош тогда уже ушел оттуда, он был полностью дискредитирован. И предлагали Мущелю, на что Мущеля ответил отказом. Для чего это было нужно спецслужбам? Для того, чтобы первое, точнее предложение поступило не от СБУ, а от ГУР непосредственно. То есть это бы давало им две вещи. Во-первых, можно было бы контролировать правый сектор, который вечно отбивался от рук вследствие своей неоднородности, то, что там было, ну скажем так, очень много патриотов, действительно. И второе, позволяло бы держать самого Мущеля на коротком поводке. То есть задумка такая была. Потому что Мущель, начиная примерно с начала 15-го года, уже в открытую писал. Писал он на сайте, который имел к нему отношение, хотя бы потому, что Мущель очень часто, в том числе и в день операции со взрывом Рошен, как он это называл, он постоянно дублировал у себя организацию УПА, а он известен от многих очевидцев, Мущель планировал ее возрождение. То есть вот конкретно УПА он так и называл. То есть там помимо группы Лесника, так называемой, он занимался возрождением реинкарнации украинской повстанческой армии. Вот, и он на этом сайте уже тогда издавал приказы, дублировал их в Фейсбуке и писал о том, что фактически новая власть это коллаборантская и оккупационная. И в том числе там публиковалась такая информация, очень прозрачный намек давался, что на вот эту череду загадочных смертей, которая произошла начиная с конца февраля и продолжалась весной 2015 года, что к ней непосредственно имел отношение мужчина. А это, я напомню, тогда буквально раз в месяц, два раза в месяц проходили смерти, начиная с Чечетова,
потом Калашников, mm-hmm. народный депутат от партии регионов, который антимайданы собирал, mm-hmm. губернатор, который тогда проходил по делу о разгоне в Запорожье, по-моему, Майдана Пеклушенко. Тогда же убийство Олега Бузины, или как его там, Олег, Олеся, по-моему, Олеся Бузина. То есть ты думаешь, что мужчина имел к этому отношение? У меня есть данные из источников изначально, которые мне говорили. То есть я слышал даже от человека, которому я полностью доверяю. Человек с недавних пор эмигрировал за границу, политическое убежище получает. Он мне говорил о том, что он своими глазами лично видел видео. Я думаю, что оно когда-то в будущем всплывет, как все тайное, когда-то становится явным. Видео, которое записывалось во время так называемого самоубийства Чечетова. Угу. Кроме того, на тех видео, которые выкладывались тогда в интернете, то есть там был весьма недвусмысленный и прозрачный намек на то, что это имело отношение к нему та самая УПА, сайта которого очень часто мужчина дублировал у себя на странице Facebook. В том числе и тот самый приказ, о котором многие СМИ, не разобравшись в ситуации, написали в самое первое время, когда, помнишь, в Мукачево бойцы правого сектора. Помнишь, там эта история с Ланьё, вот с этим, с Балогой, когда стрельба произошла, в том числе не с сотрудниками милиции. Тогда многие СМИ начали писать, что Ярош объявил мобилизацию правого сектора, это все полная брехня была, и Ярош потом это сам же и озвучил. То есть объявил тогда приказ, взял на себя ответственность именно мужчине, есть даже видео, где он бойцам говорит, видео опубликовала в свое время Алина Белозерская. Да. То есть мужчина к весне 2015 года уже открытым текстом писал, в том числе и в Фейсбуке, можно много найти сейчас сообщений. Слава Богу, он уже писал о том, что эта власть считается оккупантской и коллаборационной. Ну, это я считаю, и что ее надо точно так же стрелять. И, то есть, очень мужчина... опрометчиво. Публично он писал о том, что он враг власти. А в этом есть, как бы, с одной стороны, трагедия мужчеля, не только мужчеля. Я в своей статье... провожу очень сильно параллели между мужчелем и еще одним патриотом, которого тоже уж никак нельзя упрекнуть в наивности. Это просто говорит об их исключительной честности и самоотверженности. Это Сашке Билан. То есть смотри, оба стояли у истоков националистического движения в Украине. Первое совпадение. Не совпадение, точнее закономерность. Оба воевали в чеченских войнах на стороне Ичкерии. Оба были уничтожены. Разница, по сути, в принципе, лишь одна. Это о том, что музычка есть сейчас хотя бы могила, и его хоронило около 60 человек, по некоторым данным, в Ровно. И она есть, я ее посещал, и я на ней был. А мужчина до сих пор... Не знаю, где похоронен. Да, и вообще он ли это похоронен, тоже на эту тему отдельного разговора. Ряд бойцов сомневаются до сих пор, и есть полное основание считать, потому что татуировки, те, которые изложены в протоколах, осмотра трупа не соответствует тем, которые есть на его фотографии, которые знают очевидцы. На каком и процесса опознания толком не было. Не сообщает, где похоронен человек. Какой не имеет для этого права вообще? У него родственники есть? Были? У него есть сестра, которая все это время пыталась судиться, но которой вставляли палки в колеса, те уже здесь, еще и те, которые называли себя защитниками лесника. Угу. Это есть такой некий Володарский. Вот. Что-то плохое слышал об этом человеке. Вот это глава так называемой конторы спадщина капитала адвокатской, который себя называет адвокатом, но не имеет адвокатской лицензии, который вначале подтянул к себе в целях пиара для себя, подтянул порядочных людей, адвокатов лесника, сироту Александра и Петра Мищенко, но которые потом с ним, когда раскусили кто это, начали подозревать, порвали все отношения. Но самое смешное, точнее, самое как бы парадоксальное, не знаю, тяжелое, что доверенность на защиту интересов сестры лесника, как потерпевшей, именно принадлежит, подписано вот с этой спадщиной капитал, который этот Володарский является ее учредителем, владельцем, директором. Что там история как с Бабичем. Когда в течение 10 раз Лариса Бабич, вдова убитого Бабича, по суду заставляла восстановить дело и признать ее потерпевшей. То же самое там фактически. Вот. То есть, я не знаю, на самом деле такая вот масштабная тема. То есть, как вот дальше вот продолжить. То есть, фактически, мужчина становился все более неуправляемым для спецслужб. И с ним нужно было что-то делать. Но единственное, что на тот момент... Могла Гур его тоже слить?
Могла, и вот я сейчас к чему и хотел подойти, что изначально, когда я летом уже написал, как фактически это происходило, то есть кто кому позвонил, и было принято решение выбирать мужчину, я написал об этом впервые летом 16-го. Но я думал, что это происходило в обход ГУР. А на самом деле история там была интересная. То есть параллельно с тем, как фактически мужчина начинает, это видно из протокола допроса этого свидетеля, куратора из ГУР, которая рассказывает подробно, естественно, в протоколе по датам, когда начала ГУР сотрудничать с Лесником, либо наоборот. Фактически, примерно параллельно, в это время из СБУ, прямо из кабинета СБУ, в ГУР, возглавляет ГУР, приходит кадр, который близкий к Борису Ложкину, главе администрации Порошенко, к самому Петру Алексеевичу Порошенко, это Валерий Кондратюк. Он приходит фактически из кресла, проходит СБУ, возглавляет Главное управление разведки при обороне Украины. И Кондратюк вместе с собой приводит своего старого боевого товарища. Сейчас смешно, они разошлись очень сильно и стали врагами. Буквально два, может, полтора года назад. Приводит с собой Василия Бурбу, своего заместителя, точно так же по СБУ. Буквально через некоторое время Валерий Кондратюк уходит в администрацию президента Украины Петра Порошенко на должность одного из заместителей. И Бурба становится главой ГУР. Причем в протоколе допроса этого свидетеля, куратора группы Лесника из ГУР, упоминается о том, что когда он передавал подследующего куратора группы Лесника, то есть он с 16 года в запасе, разведчик ГУР в запасе, передали под другого, там указывается его оперативный под псевдоним Громашов. Вот все это происходило в присутствии Бурбы. Вот, то есть Бурба принимает решение официально о продолжении сотрудничества ГУР с Лесником. И Лесник ликвидируется в бытность Бурбы как раз на посту главы ГУР, бывшего СБУшника Бурбы. Там, я помню, когда я об этом деле немножко писала, интересовалась, Ольга Шевелева говорила, что в момент, когда начался штурм, и Лесника начали убивать, он пытался связаться со своим руководством из ГУР, нет? Да, не брали трубку. Не брали трубку. Да. То есть, я думаю, что это, во-первых, контрразведку СБУ обязана ГУР ставить также в известность. Нет такого, что у ГУР есть свой агент. Завербовано, СБУ об этом может не знать, этого нет. И, кстати, Бурба пришел из управления собственной безопасности СБУ. То есть, кто такие управления собственной безопасности в любой структуре, как МВД, силовой, так и в СБУ, это те кроты, которых рядовые сотрудники трудяги не любят. Это те, которые роют под них конкретно. Бурба пришел именно оттуда. Вот, и когда он пришел, опять же, об этом были даже сообщения в СМИ периодически, с приходом Кондратюка и Бурбы, верных псов Порошенко, в ГУР, пошли очень большие чистки, и очень много патриотов ГУР настоящих оттуда были уволены или тем или иным образом вычищены оттуда. То есть это все вот совпало. Вот. И фактически получается, та квартира, на которой принимался Лесник, Палаша Гавро, она официально была, и, кстати, этот свидетель, куратор, первый куратор Лесника в ГУР, там конкретно говорит, что на вопрос, когда ему задавали, знали ли об этой квартире, что она конспиративная. Он говорит, что решение и такое, ну, отчетность полностью шла как раз к Бурбе. Он принимал решение. То есть он не мог быть не в курсе, кто там, будучи уже главой ГУР. То есть поэтому вот где-то к началу 2017 года я полностью понял, что эта операция была, ну, фактически совместная. Это не делалось в обход ГУР. Просто в ГУР к тому времени сменилось руководство. Вот, а было, почему эта операция, почему я опять в своей статье утверждаю, что это была операция спланированная. Потому что я публикую также документы из материалов дела, датированный 9 декабря. Материал за подписью, это письмо генерал-майора, по-моему, СБУ Левченко в адрес тогдашнего главы антитеррористического центра АТО, Виталия Маликова, тоже генерал-майора, он пишет еще до ликвидации Лесника, но уже после вот этой операции со взрывом на Рощине на утром произошла. Я публикую это письмо, и там четко написано о том, что уже установлены мужчины,
А, то есть установлен ряд лиц во главе с Мущелем, уже упоминается фамилии Пятакова, Шевелева и Леоновой, о том, что готовят теракты и все остальное, что группа разоблачена. А до этого летом 16 года я писал, не имея еще этого письма на руках, я писал о том, что опять же звонил этот Левченко Маликову и докладывалось о том, что разоблачена террористическая группа. И очевидно, на этом же уровне принималось решение о его ликвидации. Опять же, Лесняка шли, опять, на чем я настаиваю, его адвокаты настаивают. Лесняка шли ликвидировать, его не шли задерживать. Об этом тоже говорит ряд факторов. Помимо того, что его добивали, об этом прямо говорит его адвокат Петр Мищенко, он официально об этом заявлял. А второе, по данным очевидцев, за полдня до ликвидации уже стояла труповозка во дворе. И кроме того, лесник, опять же, об этом говорят экспертизы, расстреливался пулями запрещенного калибра. То есть запрещенного для подобных случаев калибра. То есть такими, тот же самый калибр, как... Во время операции, когда задерживали, потом спустя полгода, задерживали летом 16 года тех азотцев, которые грабили инкассаторов в Запорожской области. То есть те же самые. То есть их шли тогда ликвидировать. Понимали, что есть крыша Аваков, что опять ничего не сделают, их шли тупо ликвидировать. То же самое было с Лесняком, который слишком много знал. И опять же, в чем была ошибка Лесняка? Он знал уже к тому времени, это Шевелева рассказывает, что он на прослушке, что квартира слушается и все остальное. Вот. Но даже за взрыв Рошена, очевидно, лесник думал, что это еще нужно доказать. Он не знал, что с ним просто по беспределу его будут ликвидировать. Вот я хочу уточняющие вопросы задать. Вот предположим... Опять же, из него извлекли 20 пуль, это официально. Ужас. Из тела. Он изрешещенный был. Я буду рассуждать, как обычный... Я был в его квартире, везде эти вот воткнутые пули, да, многие не собрали. Квартира, до сих пор. Растеряна. Вот меня пугают такие люди, как мужчины в том числе. Я понимаю, что он патриот, и он видел независимую Украину, он боролся за нее, он повстанец, как последователь УПА, да, я так понимаю, создатель даже настоящего украинского подполья. Но против законно избранного Петра Порошенко, как бы я к нему ни относилась, все-таки он затевал некие действия, или хотя бы помышлял об этом, откровенно писал в Фейсбуке, так ведь? Ну, он объявил Порошенко врагом, по сути дела, да? То есть, да, его как бы, но с другой точки зрения, вы же должны были его судить, расследовать, обвинить, доказать, какое вы имели право расстреливать человека. Это один момент, что преступление совершено против самого гражданина Мущеля, он же лесник, а с другой стороны, они же преступление совершили по отношению к мирным жителям, живущим в этом доме. Вы какое право имели бойню в многоквартирном жилом доме? Ребенок находился во время, им было известно. Вот об этом расскажи мне. Вот об этом расскажи мне, как было дело. Ну, мне, например, чуть более интересно на другую тему рассуждать. Подожди, нет, про ребенка мне расскажи вот эти обстоятельства, как происходила сама эта так называемая спецоперация по ликвидации лесника. Расскажи подробно про ребенка в том числе. Выходил. Секунду, он жил в обычной гражданской квартире у знакомых. Да, он жил у Читы Кукелей, так, которых необоснованно приписали группе лесника, и которые, так, тоже провели долгое время в СИЗО СБУ. И они вообще ни сном, ни духом о том, чем занимается Русский. А он, дело в том, что старался их туда не посвящать, они не интересовались. Это его знакомые, которые вообще известный факт, они знались еще задолго до войны. Так. Это были его друзья, которые ему иногда временно предоставляли у себя приют. Расскажи мне, как дело было? Вот с ребенком, с женой Кукеля. Как дело было, расскажи. Кукеля выследили на улице, когда он выходил. Вот. Произошел его захват спецназом Альфой. Вот. После этого ему был приказ позвонить на... У него узнали, кто дома находится. Он сказал об этом совершенно четко, что жена и ребенок находятся. То есть они знали о том, что там есть ребенок. То есть по любым должностным инструкциям они не могли производить штурм, хотя бы потому, что в квартире находился несовершеннолетний ребенок. Вот, то есть они его раздели полностью до нога. Кукеля. Кукеля, да. Землю. Вот, да, повели его в квартиру, ну и заставили, он там звонил, чтобы он в дверь звонил. Вот, он жене представился, сказал, кто он, то есть... Он зашел в квартиру, насколько я сейчас помню. То есть я это все подробно расписываю, но я как раз к этим деталям
не особо никогда не придаю значения, если они не касаются самой сути. То есть, пытаюсь сейчас, да, вспомнить. То есть, он зашел, выключил свет, сразу бросился на пол, предупредил жену, что так и так. Ну, то есть, что, то есть уже понимал, что будут расстреливать. Да, фактически, а не задерживать. Да, фактически дал команду леснику, и лесник, уже находясь в другой комнате, оттуда и из темноты открыл огонь. Лежа на полу. Ребенок был. Вот, а ребенок был в это время в другой комнате, забился там куда-то под кровать, вот это все слышал, когда полили и все остальное. То есть, более того, родителей потом убить? Арестовали, его отдали в детдом. А потом фактически. Его долго оттуда выручали. Да, да, да. То есть потоптались по всей семье. Фактически работники СБУ, которые были представлены обществу как герои, расстреливали фактически семью. Там все изрешено пулями. То есть. Издевались над семьей. Они подвергли опасности жизни ребенка и жителей других квартир. Там же общий тамбур, я помню, соседи да, рядом. Да, да. Они подвергли, залили кровью мирный дом многоквартирный. Там это полный беспредел. Это бандитизм. Бандиты в погонах от имени государства. Ну, сейчас повторяю, был калибр тот, который такие операции не производятся. Это просто чудо, что никто не пострадал, кроме мужчина. Да. Просто чудо. Ну как, не пострадал. Кукеля сильно избили, да. Было много крови. Более того, те, которые помогали Кукеля потом оттуда транспортировать, менты, у меня один из них есть знакомый, я его не могу фамилию знать, опять потом, как вышла на ловца и зверь, бежит, я с ним случайно познакомился, ну то есть вообще по другому делу. Во время расследования. Он мне рассказывал, что их после этого очень сильно СБУ наклонил этих ментов. Просто потому, что они оказались рядом. А когда производятся операции такого характера, то обязательно оповещают и другие смежные ведомства о том, что будет производиться вот такая операция. Вот этот милицейский патруль, это патруль ГСО. И вот их не поставили даже в известность. То есть они приехали по вызову жильцов туда. И за это потом еще поплатились. То есть некоторых уволили оттуда, кто присутствовал. Вот они мне рассказывали, как Кукеля раздели до нога, избивали, то есть там крови еще много было. Возили по городу, везли. Да, 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 да. В общем, охеренно. И суд, кстати, до сих пор идет по этому делу тоже. Операция «Супер» в кавычках. И это, я правильно поняла тебя, была совместная операция в ГУР, где командовал уже Гурба и СБУ. Да. Ну, официально она не была совместная. Просто ГУР об этом не мог не знать. Потому что в то время в ГУР пришли те люди, которые, естественно, полностью оставили свое присутствие, скажем так, и в СБУ. Ну, то есть, фактически ГУР начал перестал быть патриотичным вот с приходом туда Валерия Кондратюка, его верного кадра Бурбы. После этого вопрос у меня, но это вообще... И еще о чем я опять же говорю, то есть когда мы говорим о деле лесника, мы можем говорить в простонародье его называть дело лесника, на самом деле там было несколько уголовных производств. То, которое сейчас продолжается, это дело по группе лесника, так называемое. То есть это 5 человек, которые абсолютно между кем, никем не связаны. Это так же, как в свое время нам шили организацию... массовых заварушений под Верховной Радой 31.08.2015. И при этом не смогли доказать о том, что мы вообще друг друга знали или как-то были знакомы, какая же организация. Так и там. То есть мужчина настолько правильно распределял систему, что в принципе и после его смерти это сослужило тем, которых потом судили. То есть мужчина был полностью противник объединения, больших объединений. То есть он был идеологом так называемого, он четко потом на одном из своих слайдов программной статьи изложил, так называемого бескомандного сопротивления. То есть это несколько ячеек, друг от друга автономно полностью работающих и изредка принимающих стратегические решения на уровне встреч командиров этих ячеек, полевых командиров. Остальные никто друг друга даже не знал. Поэтому и сейчас дело по группе лесника фактически разваливается, потому что те, кто из этих 5 человек, знали, естественно, друг друга только чета Кукели, и знали друг друга на тот момент Рагнар и Хильда, которые не были знакомы, в свою очередь, ни с Кукелями, ни с Леоновой. Леонова видела 1 или 2 раза лесника за все время, она их тоже никого не знала. И есть еще очень много людей из группы лесника, некоторых из которых я знал, но...
они не были знакомы с Хильдой или с Рагнаром в свою очередь. Ведь на самом деле АБСК сразу после параллельно с ликвидацией лесника прошли, это только из тех, кто известно, когда арестовали на конспиративной официально квартире ГУР Пятакова и Шевелеву. Они же Рагнар. А вот на улице прям задержали, типа обезвредили Леонову Анастасию. У тех хотя бы показали, подкинули оружие. И были кадры, где их берут на квартире. Причем кадры были с разных квартир абсолютно. Что потом удалось доказать. Леонова вообще взяли и оружие не нашли, и при обыске. И Кукели вообще гражданские лица, не имеющие отношения. Но при этом еще же был ряд обысков параллельно в Донецкой области. Мне только известно за обыска. В Доброполье, в Краматорске и в Славянске. Это тоже люди, которые имели отношение к леснику и к правому сектору. Вот просто что не решились их там уже арестовывать, как-то туда добавлять, но это было. А Шевелева... Вот, так я повторяю, это... по группе лесника идут сыны до сих пор. Ну там нет никакой перспективы, у них нет уже давно, несколько лет, мер пресечения даже. То есть их выпустили. Потом было уголовное производство, что вот самое интересное. По некому Вишневецкому, добровольцу правого сектора, с позывным КАТ. Его судили отдельно в это время в Харькове. Он не проходит нигде, о нем молчала власть каким-то странным образом. Он был в отдельном уголовном производстве. Он не входил ни в какие списки политвязней КВП, так называемого. То есть о нем вообще практически нигде не было слышно. Я публиковал протоколы его допросов. Это именно тот, который за два дня до 9 декабря кинул неработающую гранату какого-то хрена, которая потом по делу тоже проходила, обезвреженная граната во двор суда, одного из судов. А через два дня взорвал якобы этот Рошен и отправил смс-ку на мобильную связь леснику с надписью «Рошен». Это все из материалов уголовного дела. Ну, это мог быть человек, который подставлял... Да, это был человек, скорее всего, провокатор. Потому что о нем больше нигде не было слышно. И фактически он получил приговор, он, кстати, начал давать показания в протоколе, который я публиковал, сразу после лесника, все подробно, еще на тот момент, не зная о том, что лесник, то есть лесник еще даже ликвидирован не был. А он уже полностью по нему все рассказывает в этом протоколе допроса. Потом он получил, его осудили уже, то есть сейчас группу лесника, остальных суды до сих пор там по трем статьям, по-моему, это участие в террористической организации, подготовка теракта и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Там, по-моему, три статьи. Вот, то есть, по таким статьям судили, он проходит в отдельном уголовном производстве, он получил уже давно приговор и уже его отбыл. То есть, там все сделали, там чуть ли не на хулиганку в итоге свели. А вот, ну, то есть, этот человек уже давно на свободе. Года примерно с 16-го. И о нем нигде не упоминал. Ни руководство правого сектора, ни власть. Он нигде не проходил. Если бы я о нем не написал, возможно, вообще никто бы никогда о нем не узнал. Об вот этом самом Вишневецком. Вот, то есть очень многое указывает. Но для меня никаких нет сомнений, что лесника сознательно, запланировано уничтожили в ходе... спецоперации СБУ и формально вместе в координации с главным управлением разведки. Насколько я помню по рассказам Шевелевой, то особенно четко видно, что ГУР их сливала, потому как их задерживали, потому что они находились на другой квартире, не там, где мужчина. Да, они находились на официальной конспиративной квартире. Да, да. И тоже, когда их начали захватывать, штурмовать, они начали сразу же говорить, да мы же это, да, мы же да. Типа свои... И там еще какой-то диалог состоялся, по-моему, где было сказано, что да, мы знаем, да. Что вы свои, но у вас не послили. Вот дела Шевелева и Пятакова официально есть, то есть в архивах ГУР, они сейчас там до сих пор есть. Вот, им просто нужно иметь доступ. На каждого такого агента заводится дело. То есть не уголовное дело имеется в виду, а дело досье. Ну, личное дело. Да, личное дело. Вот, там были внесены все их данные абсолютно, в том числе проверка там на телеграфе, спецпроверка, которая делалась, и все остальное. Да. Что касается по поводу твоего вот этого, вот как у многих, того, что вот официальная власть, вот я бы с лесника, вот, понимаешь, то же самое вот Белозерская рассказывала.
пост потом выдала Пореснику, что вот вроде он молодец, все, но вот как бы такого аферистического склада характера. Нет, ну не почти. Вот и все остальное. Подожди, я не об этом. Я говорю о том, что с моей точки зрения обывателя, если Лесник в чем-то не прав, нужно расследовать, нужно идти законным путем, предъявить обвинение, доказать и осудить, а не убивать именно, человека. Именно поэтому, да вот именно, поэтому, именно поэтому они и были, в том числе, для Лесника преступниками. И это лишний раз подтвердилось тем, как его ликвидировали, что было после этого. Потому что это и есть преступники. Конечно, просто Лесник это был человек слова. И вот как раз такие люди это настоящие патриоты. И он на это много раз акцентировал. И акцентировал, и музычка был такой же. Я считаю до сих пор, что основная вина за смерть Лесника, музычка, она не на власти лежит. Она лежит на плечах населения, так называемого народа. Потому что и музычка, когда приходил и хватал этого прокурора за кроватку, за галстук, а пипл потом кричал нарративы, которые власть ему говорила, что вот бандит, рэкетир и все остальное, поддакивала власти. Хотя, я напомню, все помнят, зачем это музычка сделала, кто был этот самый прокурор. И то же самое было с Лесником. Да, у него была... То есть у него вообще была директива, его идея, для чего готовили идея войну перенести на их территорию. России, да, да. Да, и для этого же готовили, в частности, и Пятаков, и Шевелева. Да. И его не только он пропагандировал, за это его этот куратор уважает. И в том фильме, который сейчас, о котором я упоминал, показывается, там же показывается интервью с генерал-майором Виктором Ягуном. Генерал-майор СБУ в отставке. И он там тоже об этом лестно отзывается. И вот и кто там может сказать, что ну там же погибли около 8, по-моему, человек, мирное население и все. И не понимает, что... когда, допустим, помнишь, была катастрофа Ту-154 в России? И сколько патриотов наших записных этому радовались и прямо об этом писали. И вся их разница между Мущелем и ими только в том, что Мущель это делал, а они в Фейсбуке радуются. Но никто не хочет, как бы не может на себя взять эту ответственность. А мужчина ее брал. Так вот я к чему говорю, что любой разведчик расскажет, что когда диверсия даже происходит в тылу врага, если свидетелем случайно оказывается человек или женщина из мирных, то они подлежат в расход их пускать. Человек или женщина. Ну я уже просто заговариваюсь, да. Хорошо. То есть у меня, ты же понимаешь, у меня к женщинам я всегда с мужчинами на равных ставлю. Так, подожди, у меня другой совсем вопрос. Опять же, вернемся. То есть есть такие вещи, которые требуют вот такого подхода. И у мужчина было достаточно просто, и у музычка так же. Да. Просто каждый из них думал, что он сработает, допустим, мужчина, если это вообще он давал добро на этот взрыв Рошена на самом деле, то он мог это воспринимать как именно вот этот детонатор. То же самое музычка думал, что народ его поддержит, что он во время Майдана изменился. Угу. На самом деле они глубоко ошибались. В общем, разведчик, с нашей точки зрения обывателей обычных, не так слишком уж отличается от террориста, потому что он может применять во время войны те действия. Пожалуйста, Лесник часто упоминал опыт, как успешный опыт исламских вот этих вот террористов. Ирландская республиканская армия, как они действовали по-другому. И поэтому они добились сейчас многого. То, чего мы добиться не в состоянии. Я другой вопрос хочу задать. Опять же, с нашей точки зрения, законопослушные граждан, к каковым я отношусь. Скажи, пожалуйста, вот проанализировав вот эту, так сказать, успешную операцию, в кавычках, по убийству Лесника, вместо того, чтобы человека арестовать, судить и так далее, его убили по-бандитски, едва не убили ребенка, подвергли риску жильцов дома, и за этим тоже стоит отчасти Бурба. И вот как ты оцениваешь просто как журналист, просто как расследователь, ну и, в общем-то, человек близкий к этой теме, оцениваешь возможность Бурбы провести ту другую блестящую операцию по вагнеровцам. Он же на ней сейчас сильно пялится, и ему пророчат большое политическое будущее, что Бурба может сейчас же стать политиком, кандидатом, чуть ли не президентом. Татьяна, вот скажу абсолютно откровенно. Вот не хочу эту тему обсуждать, потому что специально как журналист ее не копал. А все остальное в том, что я видел, я считаю, что до этого скандала, в принципе, в итоге пострадали все, в том числе, как и Украина, и авторитеты на международной арене. Это абсолютно полная показуха, скандал высосанный из пальца, это мое мнение. Хотя это может многим муропатриотам не понравится такое. То есть я принципиально не хочу эту тему даже обсуждать. Я скажу другое, если у нас зашел разговор о Бурбе, о том же Кондратюке, что был случай,
Я сейчас не вспомню подробности, но он был в СМИ, достаточно был большой скандал, не успел разгореться. Ты должна его помнить. Это буквально двухгодичный максимум давности скандал. Тоже с разведчиком, которого задержали, тоже напали на него СБУшники, и оказалось, что он тоже разведчик ГУР был. Ну, чтобы мы завершили эту тему, твой вывод. Вообще, из всей этой истории, вот для тебя, какой самый главный вывод? Я же говорил, я опять же повторюсь, самый главный мой вывод какой, что в смерти Лесняка и Музычка виноваты прежде всего народ Украины, или можно где-то сказать население, кто как угодно считает. Я считаю, что такие люди просто, скажем так, они преждевременно появились на не то, что на этот свет, а возникли вообще вот. Риторика их, наверное, она не на часе, она преждевременно. Это все понятно будет сквозь призму времени, это все будет оценено по заслугам. И в итоге украинцы, если они хотят сохранить свое государство, его целостность, отстоять от России, они будут сами по себе приходить к тем же выводам и к той же риторике в конечном итоге, которую проповедовали, исповедовали мужчин, Музычка, и они же не единственные такие были. Сергей Костаков, если послушать его интервью, тебе многие его откровения, там очень достаточно много то, что называют радикальными его мыслями, хотя они на все 100%, 1000% отражали действительность. И опять, где сейчас Сергей Костаков? Время их подтвердило. Где сейчас Сергей Костаков? И опять, кто его убил? Не те ли, кого мы свои называем, в кавычках, а тот же самый Эндрю Галущенко. И сколько таких мы еще не знаем, сколько таких было.